Так, пишут мне сюда в Украину, что у нас типа в России 20 тысяч крупных предприятий, 300 тысяч по мелочи. Зачем нам доллар? Значит, я за, ребятки, то, чтобы у вас там было все свое, свое производство, чтобы вы там вместо доллара использовали такую валюту, как во времена перестроечной у нас была валюта самая крепкая, пол-литра меняешь на все, что хочешь. Какие там доллары, о чем? Еще лучше, если вы дойдете до того, что у вас, собственно, производство на такой уровень поднимется, что вы будете друг с другом меняться средствами, то есть результатами производства, то есть лапти на березовый сок с мякотью будете обменять. Прекрасно. Я, как украинец, в этом искренне заинтересовал. Я почему совершенно без подколов пытаюсь... 12-го ввели санкции, да, напротив Мосбиржи. А 13 я уже сказал, что ребята, ну не так, рубль может подниматься, опускаться. Хуже всего в этом случае волатильность. То есть что такое волатильность? Изменчивость курса. Сегодня доллар стоит 50 рублей, а завтра он стоит 120 рублей. Да, и вот, вот это вот, именно это удушает экономику. И я в общем-то когда рассказывал, давал не советы, а меры своего понимания. Я еще раз я рабочий рабочий да я в жизни никогда никакими финансами не занимался я прекрасно понимаю свои там экономические познания нулевые но ну, просто здравый смысл 50 лет прожития на этом свете с павловскими реформами там девальвациями деноминациями и так далее переходами с одной денежной единицы на другую я просто совершенно искренне россиянам которым я добра не желаю но тем не менее, как украинец и гражданин Украины, я заинтересован в том, чтобы российские деньги российских граждане попадали в лапы российского государства, которое потом используют на то, чтобы разрушать мои там, города Харьков, мой, там, да, убивать моих сограждан. То есть я совершенно искренне, еще 13 числа, на следующий день сказал, что, ребята, таким вот ламером экономическим, как я, да, несведущим, нету другого выхода в России, кроме как закупаться наличным долларом. И прятать его там в полиэтилене в огороде. Мне девушка из России потом пишет, что ну, у нас тут доллар уже давно не ходит. Там не так-то это все просто. Но это не отменяет а от того, что это лучший способ. И то есть тут даже я сейчас... Нет, какого же я послушал этого? Липсица. Один из основателей высшей школы экономики в России. Там профессор, по-моему. Ну то есть регалии такие, что мама дорога. Ну тоже говорит, что как бы да, надо наличный доллар покупать, наличный только, не, банковский, не виртуальный, вот это. То есть я как бы, я горжусь тем, что у меня предсказания совпадают с теми, рекомендации мои совпадают с тем, что потом я от липсица услышал. Потом. Да? Нет никакого варианта сохранить хоть как-то свои деньги, как в надежде на то, что сейчас вот это вот, там, баксы эти где-то, их можно купить. Ну вот девушка мне рассказывает, что там нет, не ходят. Ну в Советском Союзе ходили эти баксы. Да, конечно, там дело Рокотова за них и расстреливали. Если на этом ловили, то расстреливали там дело Рокотова, посмотрите, расстреляли людей за то, что они продавали, покупали баксы. Но, как бы, если вы заинтересованы в том, чтобы свою наличность сохранить как-то хоть как-то финансы, тут никакие тут там говорят, золото там какое-то, какое золото? Ну, золото вы знаете, как сохранить. Если вы хотите, чтобы через 300 лет в вашем горшочке это золото кто-то нашел и воспользовался хоть как-то, ну, тогда вперед вот из песней. Все равно результата вы этого не узнаете. Понимаешь? Для вас, что когда солнце погаснет, что когда этот золото ликвидным станет. Ликвидность, понимаете, что такое ликвидность? То есть, через 50 лет кто-то там, внук ваш, раскопает этот доллар и с большой долей вероятностью он сможет этот доллар продать как бы его страна на этот момент не называлась. Потому как доллары, которые ходили в 20-х годах прошлого века, они ходят в 20-х годах нашего века, 21-го. Понимаете? Если вы с золотом вылезете, ну особенно если вы будете до сих пор в России, или того, что, в том, что от нее осталось, у вас велика вероятность того, что хождение золота вообще там запретили давно. Ну, там, и, и, ну, то есть куда вы с ним попретесь? Бакс, он тем и хорош, что он, как бы, его принимают в любой практически стране мира и отрываются руками. В некоторых странах с головой. Сейчас ничего цене бакса у вас не будет, ребята. Понимаете, Петр Первый прорубил окно в Европу, да? В 1700-х годах, в 18 веке. У меня есть классный афоризм. В 12 году написал. Петр Первый прорубил окно в Европу, и теперь Россия как говно в прорубе. В 12 году, говорю. Можно посмотреть на сайте точную дату уточнить. Так вот, ребята, последние 300 лет вся ваша Россия со всеми захваченными соседними территориями, которые поглотила Россия в тот или иной момент, она работала на то, чтобы свою пушнину, рабов, идеологию и все остальное пропихивать на Запад. Продавать на Запад нефть, продавать на Запад газ, продавать на Запад лес, продавать... Ну, то есть сейчас, буквально за пару-тройку лет, Владимир Владимирович Путин, перед кем я снимаю шляпу, как перед злым гением, который самолично смог ухренячить целую такую огромную мега страну, развернул это все на 180 градусов. То есть, понимаете, вы там жрали все в Сибири а гадили этим всем на запад, ну, то есть, все продукцию свою производство. Зачем был построен Ленинград, там, да, ну, Санкт-Петербург в, в при Петре Первом? Для выхода на запад, для выхода на запад. Все через Москву, все через Ленинград. Сейчас за тройку лет развернулось все задом наперед на 180 градусов. То есть, теперь вы задом едите, отрыгивать это все, ну, то есть, то, то чем, то, то чем вы ели, вы теперь этим будете гадить. Ну, не, вы же не можете развернуть страну географически, там, у вас направлены, ну, что такое трубопроводы направлены на запад, газопроводы, ну, ну это, вы же понимаете, что невозможно, знаете, если у вас есть там толстая кишка, прямая кишка, она все равно у вас в организме каким-то образом расположена, что, а вы теперь хотите, нет, хочу я быть владычицей морской, хочу я через зуши гадить, чтобы это у меня покупало все в Китае. Ну, так не будет, ребята. Вернее, уже это будет до какой-то клинический случай совершенно недолгий. Так что я советую именно потому, что я хочу, чтобы деньги российских граждан не попадали в лапы российского государства. Совершенно искренне и без подкол. По возможности скупать. Нету другого лучшего способа. Еще раз говорю. Я свой прогноз этот дал, рекомендацию. До того, как я Липсица увидел. А это там профессор, я же говорю, основатель Высшей школы экономики. Ну, я не знаю, куда еще выше. Выше нас только звезды называется такой человека. Ну, просто это очевидные вещи. То есть ничего вы не сможете так легко сбыть. Допустим, сколько там еще продержится Российская Федерация? Год, два, пять. То есть у вас всегда есть возможность, что через пять лет вы выйдете. И с этими баксами вы будете на вес золота. Не в буквальном смысле, а там в Кубе возводите в Степеня. Понятно. Так что не, нет другой возможности сейчас. Сейчас, конечно, сейчас, если сейчас пресекутся эти все. Если Китай забоится, если Китай забоится иметь отношения торговые с Россией из-за угрозы вторичных санкций, а есть такой шанс то у вас номинально доллар будет падать и до 50, а еще говорят в следующем году там аналитики этого нефтегазового рынка говорят, что 55 за баррель будет до этот самой нефти, то Россия вообще кранты. Просто в течение, там, не знаю, нескольких месяцев. Именно финансовые кранты. То есть, если сейчас э, Китай перестанет вести, поставлять свой импорт в Россию, опасаясь вторичных санкций, а уже есть, вот за эти, за 4 месяца есть, вот я липсица это уже послушал, за 4 месяца есть статистика 2024 года. То есть, на 9% упал импорт. На 9% упал импорт, ребята, это у вас будут пустые полки, много баксов, которые вы никуда не сможете деть, потому что закрыта для вас торговля. Пока не откроется эта страна нормально для внешнего мира, вас ничего не спасет. Так что он может упасть до 60 копеек. В Советском Союзе этот был 60 копеек, за, 60 копеек за 1 доллар. Ну, был такой курс, был. Толку с него был какой-то с курс, а никакого. Вы не могли нигде купить бакс. О, спасибо, да. Спасибо. Вы не могли нигде в Советском Союзе купить бакс, кроме вот так левыми путями урока, этого которого потом за это расстреливают. То есть, но ну, ценность этого, вы понимаете, что ценность этого доллара присоединится, что люди за него шли на риск смерти. То же самое будет и здесь, если 15, китайцы. 15, сейчас... А? Рок этого расстреляли. этого а? расстреляли Дело рок этого их за валютные спекуляции расстреляли группу. Я помню, не помню. Ну рок точно расстреляли. А? Ну, там ну, же, значит, там был, там, там, там был скандал, там был скандал, что не было такой статьи, что за это расстреливают. После суда уже при Хрущеве, по-моему, это было, заставили пересмотреть. И задним числом поменяли законодательство и расстреляли все-таки одного Рокотова. То есть доллар может условно стоить на бирже там, там копейки какие-то, но он будет ценность представлять неимоверно, Потому что все будут понимать, что как только это все накроется медным тазом или алюминием. Потому что вы может не слышали, но там владельцы <свы> норникеля там... Да. Потанин собирается выводить часть Норникеля в Китай, потому что санкции Алюминиевые, владельцы алюминиевых Русала говорит о том, что Давайте, ребята, сохраняйте Алюминий в качестве Резервной валюты, как золото Потому что нам некуда его девать Градообразующие предприятия будут стопориться Золото под санкциями Продавать не могут, их покупают за копейки Все просто Там У меня чай есть, спасибо А, это чай есть, да? Ладно, все, в общем, я еще раз говорю, абсолютно искренне. Я не желаю добра россиянам, но чтобы эти деньги не пошли на вооружение Российской Федерации. Его надо утилизировать. Спасибо. Чтобы эти деньги не попадали в лапы Российской Федерации, и чтобы она не посылала потом это на нас танками, и там личным составом из Африки какой-то, Лумумби, да, как сейчас вот этих вот патриотов России небесно черного цвета. Все буду Украины, не поремать. В общем, берите доллары и старайтесь заныкаться от государства.